Сегодня был первый гоночный день. Настройки на машину были отличные. Мы стартовали с 4-й позиции. Сразу после финиша мы стали третьими. Был долгий сейфтикар, около 6-7 кругов. И стратегия практически была уже на грани провала. Но все очень произошло очень хорошо. Я сделал пит на 2 круга позже, чем лидер. И мы думали, что мы выиграем в конце за счет этого. И мы выиграли за счет этого только у Де Вриза. Мы начали догонять Рассела, но уже не хватало дистанции для того, чтобы догнать его. Но мы очень рады. Спасибо всем фанатам, спасибо команде Russian Time, спасибо всем за этот прекрасный трофей на крайней гонке в этой серии.